когда началась война, мне было 10 лет. Вот. И работали мы вообще, это слез не хватит. Специальный бригадир будил взрослых и также будил нас, детей. На всех работах. Вот особенно страшно было, когда нас погнали ворошить, косили осоку. Знаете, что такое осока? Вот представляете, когда она скошенная. А почти босиком. Мама шила нам какие-то тряпочные эти тапочки. Вот. И вот по этой осоке мы ходили босиком. И вот когда приходим, привозят нас домой, и руки, и ноги, сплошное мясо. Мама, конечно, плачет, но говорит, ну куда деваться, дочка? Потом, значит, нас гоняли, когда поспела пшеница. Осот, представляете, что такое за трава осот? Не знаете? Ну тоже, колючая, которая режет. Колючая, трава, возможно. Жесткая. Там, считай, полметра корня в этом, в земле, и где-то метр тут. А мы шимпанзе. Да, чуть выше, чуть ниже. Да. И вот тоже приходим домой, и руки, и ноги, все в крови. Теперь кормили нас там, это варили эту чечевицу, представляете, что такое. И суп чечевица, и каша чечевица. Вот стучали в этот, там на кухне в рельсу, и мы все бежали за этой похлебкой. Ну, потом, значит, когда уже это более-менее освоились, сажали картошку по 3 сотки. И вот представляете, где-то километра 1,5-2 мы с братом перетаскивали ее домой. Вот, вот сейчас 10-летнее время. Мне было, значит, где-то 12-13, а брату было 10. Он на 3 года меня моложе. Ну, а младшая была вообще это маленькая. И вот мы ее все перетаскивали. Мама нам, значит, перевяжет эти. И вот. Что с нас было? И где-то, знаете, это накапывали. Вот прям картошка вот такая вот. Белая, крупная. И мы перетаскивали где-то 150 мер. Ну, в общем, мер – это 2 ведра. Вот. Ну и, конечно, в погреб спускали. А мама была очень больная, у нее был цирроз печени. Вот так и жили. Потом гнилую картошку собирали, это весной. Это когда поля начинают немножко таять. И вот из этих черных пекли эти оладушки. Ну, у нас мама была, хоть она и больная, но она была молодец. Она всю деревню обшивала. И обшивала она за молоко. Кринка, кринка, вот деревенская кринка. Вот. Потом завели коз. Вот у нас было 3 козы, но я это молоко не ела. И вот то, что мама шила молоко, все отдавали мне. А брат, сестренка, мама все это козье молоко пили, а я нет. Ну что еще вам сказать? С братом 2 быков. Смотрите, вот с такими рогами. И мы поехали куда-то, этот, в обрав какой-то за этим. И вот мы, значит, с ним нарубили, это только представьте себе, 13 и 10 лет детей, нарубили этот один воз, привезли, свалили, а еще вроде светло. И это, давай еще съездим. Ну, короче говоря, поехали с ним. А быки взяли и легли. Быки устали, а вы нет. Да. И легли. Мы их лупили, и все. Ну, конечно, вот все-таки в то время были очень добрые люди. И дать мама пошла к этим там кому-то в совхозе. И приехал на лошади мужчина, быков этих поднял, и привезли мы еще этот воз. А уже разгружали утром с братом.
они сырые, дрова, не горят. Мы их сушим на плите, там плита была у нас. Ну, в общем, трудное было время. Вообще не то, что трудно. Но потом нас, конечно, это увезли. Я помню, повезли зерно в Ртищево. И этот, дали нам машину. И нас привезли в Ртищево. И дали нам человека провожатого. И нас посадили это, в Москву.